Всем здорово, ребят. Ну что, с 1 сентября, первый день осени, начало учебного сезона у многих. Ну а мы продолжаем трэш, и сегодня у нас куча интересных акций, но, к сожалению, на русском сервере, как обычно, нифига нету, и это печально. Ну, я вам покажу, есть пакеты накопления, должен открыться Battle Pass, я вам его показывал, уже показал. На Тайване там действительно хорошие плюхи для бездонатов, то есть надо фармить, никуда от этого не денешься. Поехали посмотрим. Парящий остров. Такое себе. Такс. Супер наборы. Набор студента так и остался, он 2 дня. Вот пакет накопления, ну в принципе довольно-таки неплохой. 5 эмблемок. Плюс расходнички, плюс такие вот сундучки. Вот запомните этот пакет на поклейне, накопление. Поехали дальше. У меня уже сегодня понедельник, я думал, не будет сегодня базара. Набор студента, супер набор. Кузница, цветущие, разбей яйца, большая выгода, счастливое число, сокровищница, и все. И на этом на русском сервере все. А теперь идем с вами на английский сервер. Здесь повеселей, как обычно, как и на других серверах. Сейчас еще на Тайвань забежим и на AS сервер. Я вам покажу топовые акции. В последнее время на английский сервер не так просто заходит. Такс, что у нас тут есть? Battle Pass поменяли уже, я вам показывал. Ну, действительно хорошие для бездоната, реально хорошие плюхи вложили, есть смысл фармить. Это раз. За трату на питомцев. Вот такой вот пак. Дальше. Ну, это рынок. В принципе, довольно-таки неплохой рынок, как обычно. Так, зефирка, вот так вот, нюманс, просто обалденнейший пак, как по мне, ну реально, расходники классные, тут спору нет, фоба полпака, дальше, такой вот пак, зефирку здесь ловить уже никакой проблемы нет, можно сразу целого купить, то есть он упал в цене, и вот посмотрите на этот пак накопления, 10, ну в 2 раза больше, чем на русском сервере, 9 эмблемки. В общем, все по красоте. Так, помимо этого, это не все, ребят. Разбей яйца. Ну, тут плюшки такие, черепа влепили. Это такое. Дальше. Пират. Топовый пират. Тут вот такие вот плюхи. Ну, соответственно, вот такие вот награды. То есть можно топовые плюшки здесь получить. Остров такой же самый. Но есть акция, которую на русском сервере принципиально не добавляют. Здесь она уже настолка. Опять настолка здесь есть. И она не только здесь есть, ребятушки. Так, что у нас тут? О, смотрите, поменяли награды, ребятушки. Седнушка за 2, убрали космо, был космо за 2. Вы имеете один шанс бесплатный. Ну, пожалуйста, плюс 500 кристаллов я получил. То есть, видите, поменяли награды в настолке. Ну, все равно это довольно-таки неплохо, я вам скажу. Оба, оккультист, ну... Супер, как по мне, и акция реально классная. Такс, окей, помимо этого побежали. Accumulation, plan for prices. 100%. Ну, вроде все. Этого нет. Побежали на Тайвань, посмотрим, что там на Тайване. У нас делается, побежим на наш iOS сервер, где я качаю. Ну, я не качаю его, я просто так трешую пока. Аккаунт, ну, просто нереальный аккаунт.
Такс. Что у нас на Тайване? На Тайване у нас... Ну, сегодня не понедельник, сегодня тут ничего не поменялось вроде. У меня есть какая-то акция здесь. Это, наверное, на покупку. Большой пак, скорее всего. Да, и хрусталька. Окей. Окей-окей-окей-ушки. Побежали на АС-сервер. Сейчас я запущу Айоху. Так, вот наш АС-сервер, смотрим. Ну, плюшки здесь один в один, вот ребята пишут другие акции. Здесь плюхи вот на рынке, на базаре от Гугла один в один. Только единственное, они в два раза дороже, потому что это iPhone. Такс. Колесо удачи. Хрустальный. Ну, тоже зефира, смотрите, оккультистов, хрусталку, ну, вообще супер. Так, парящий остров, ну-ка давай! Опять, блин, опять. Опять мне тыкают. КГшки. Допустимый предел склада, нифига себе. Я жесткий тип. Получить все, окей. Ну, 40 кгшек, я считаю, это тоже довольно-таки неплохая награда для бездоната. И вот самое интересное, магазинное безумие. Оно у нас топовое, оккультист, смотрите, по 50 осколков, фоба по 30, зефирка уже 20 осколков, ребят. 20 целых осколков, неплохо, неплохо, я вам скажу. И по 10 есть, но уже по 20 продают. Кузница. Вот, настолка на АС-сервере тоже есть, уже не первый раз. Так, плюшки. Смотрим тоже. Видите, поменяли все-таки новые награды. Ну что, давайте попробуем. На удачу. Раз, два, три. Ну, я вам скажу, это тоже неплохо. 10, десяточка, ребятушки, это прям, знаете, как типа новая десяточка наша. Так, разбер Е, так, ну все, вроде на этом все. Все события закрыты. Ну что, с бесплаточки? Не, ничего нету. Давайте попробуем. Попробуем открыть эти плюшки, посмотрим, что у нас выпадет. У меня еще даже карточка есть, ну давайте карту легенды. И Чигарпия, нифига себе. Нифига себе! Чё это у нас новое недостающее? Гарпуша, я уже даже забыл, где ты там. По-моему, где-то в нижних рядах она должна быть. Да, ребятушки! Еще одна недостающая легенда. Гарпия, вот так вот. Вот так вот. Просто изи. Люблю этот сервер. Поехали. Ну, у всех падает так вначале, наверное, когда начинают аккаунты. Ну что, эмблемки, сундук эмблем. Блин, здесь можно реально топовые эмблемы вытащить. Ремка, воодушка, мне бы было вообще отлично. Так, давайте. Ну, чик. Раскол. Ну, в принципе, для архидемона, я считаю, вообще лютый подарок, подгон. Такс. Ремочка седьмая, ну что еще надо? Обалдеть. Знаете, мне это напоминает тоже без доната на русском сервере. Только здесь покруче. Рай надо только нам еще. Так, и чик. Выживание. Ну все, надо теперь только Фрею. Ну, я считаю, более чем крутые плюхи у нас получились. Ну вот, смотрите, восьмерка, семерка, семерка. Ремка седьмая, блин. Раньше эту ремку надо было копить, а тут просто на халяву с бесплатки. Что-то награда не забирается, не знаю почему.
В общем, такие вот, ребятушки, дела. Наш аккаунт здесь по чуть-чуть, как видите, растет. Забираем плюшечки. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Не пропускайте халявные акции и не получайте двойки в школе. Всем удачи, всем пока.